Здорово, амигос. Чё, продолжается резьба Zero. Не знаю, пишут, что игра скучная, что игра там что-то какая-то не такая. По мне нормально. По мне она ничуть не хуже Ларки, по крайней мере. Вот. По сюжету, так я уверен, даже интереснее она кажется. Во всяком случае, движуха какая-то здесь. Ну, более интересно идти вперед по сюжету, как бы. Несмотря на то, что разгадки какой-то суперской тут явно вообще не будет. Однако все равно атмосфера, зомби, шмомби, вся вот это намного интереснее, чем просто мы лазим по всякой залупе и ищем там пророка какого-то помершего давным-давно. Так, надо вспомнить, где лифт. Ага, прямо налево. Прямо лево, право, право, лево. Все. Скоро. Скоро сподоблюсь уже обклеить комнату поролоном. Эхо станет меньше, я надеюсь. Вот, а если не станет меньше, то я уже хуй узнает. Вертать назад гарнитуру, пробовать другие микрофоны или что вообще делать, хер поймешь. Возможно, что правильно говорили, надо было брать роут. Микрофон сразу и с поп-фильтром. И вообще он как-то пишет так поглуше. Хотя, с другой стороны, те, кто пользуется этим микрофоном из тех, кого я нашел на ютубе, они специально говорят потише, чтобы вот от стен фон не шел. Поэтому там тоже все не так просто, тоже все с хитрожопостью связано. Так, лифт. Где-то я видел, здесь был лифт. Вот он. У ручки открутили рукоятку, чтобы мы... Чтобы кто попало не смог сюда попасть, как я понимаю. Ну и чё? Так, погодь-ка. I'll check it out. Roger. Я так понимаю, что мы отправить туда сможем только одного. Блять, это Ребекка будет, да? У которой патронов нету. Потому что ружье-то у этого типочка. А у Ребекки 0 патронов. Ёб твою мать. Попадос. Чё, ножом ее что ли наградить? А, подождите. Стопырик я же могу обменять на дробовик. Счастливо оставаться, валенок. В чемоданах, говорят, костюмы, но я что-то вообще не врубаюсь, как им пользоваться. Никакого, то есть, усилителя там нету, да? Ёб твою мать. Где инвентарь, пизда вонючая? Какого хуя он не включается? Я жму на кнопки, блядь. Вот теперь он включился, когда уже поздно стало. Мудила, блядь. Сука, управление это тоже, блядь. Предлагаю лифт опустить туда. К этому дебиле, чтобы он охуел. Охуенный выстрел вообще. Самое оно так стрелять, когда мало патронов. Самое время промахиваться, блядь. Все здоровье отличное, непонятно почему. И патроны-то взять некуда. Я так понимаю, надо спуститься, Билли отдать хилку. Вообще что-нибудь есть интересное-то еще? О, массивные часы. Минутная стрелка отсутствует на сферблате. Обоссаться, блядь, и знать, что это охуенная загадка, да, обязательно. Просто не может стрелка отсутствовать. Только в плане того, что это какая-то хитро выебанная ситуация очередная. Давай, опускай, швейцар ебаный. А, блядь, лифт заклинило? Ну, заебись. Я вас поздравляю, блядь, дети мои. Давай тогда придется, нахуй, вот это выбросить.
никто же не предупредит, что лифт заклинит. А, так почему выбросить-то? Все время забываю, что есть обойма на 15. На 15 патронов. О, боже ты мой. Ну что, еще тараканы. На тараканов патронов-то уходят, ну просто дохерища. Неоправданная тьма патронов. Он убиваться должен просто тапочками, не знаю, газеткой, блядь. Это хищная птица, нет? Она просто улетела. Альфред не одобряет. О, пиздец, ну вода чистая, на дно покрыто грязью. Сучья мразь, блядь, а. Ничего, шаболда. Сука, птица побеждает меня. Ты смотри, а? Они тут, мне кажется, бесконечные. А вам не кажется, что они бесконечные? Тварь ебучая. Ну что, мудила долеталась? Овца, блядь. Тут один хрен опять, можно траву скрафтить. Лучше патроны, конечно, лежали, потому что... Вон, с патронами-то у меня напряженка посерьезнее будет, чем с аптечками. Хотя эти ссаные птицы, это вообще нечто просто. Такой видон классный. Интересно, для чего здесь этот балкон? С птицами повоевать, чтобы было удобно? Видимо, да. Ну и звуки, блядь. Сейчас какой-нибудь зомбак выйдет, а у меня, сука, 6 патронов. Вот он меня и отпидрюкает моментально. О! Какой видон. Что это такое? Цепь, механизм полностью сломана. Ай-яй. Что за механизм? Ёпты. В таком адовом помещении. И врага ни одного. Внизу сеточка-то подломана, как будто кто-то оттуда вылезет, походу. Раз героиня туда сама залезать не хочет. Так, вот это куда идет. В круглую в эту хрень. В коллайдер, блядь. Ну давай запустим. Ребекка не может. А, надо Билли сюда тащить. Билли у нас капитан мышцы. Клетка, да? Содержание животных. А как же Билли сюда придет? Что-то не очень отдупляю, как он сюда попадет, если даже какая-то ключ-карта обоссанная, и та у Ребекки находится. Лебедку там заклинило. А, вот, тут спуск какой-то. Но это вот те рыцари на втором этаже, с другой стороны, которые тогда дверь закрыли. Угу. Я так понимаю, что через эту дверь должен будет Билли попасть сюда, но... Что сейчас делать? Господи, эта лестница не кажется такой длинной. Ага, опять две.
Две двери. Вон она где. И били тут рядом. О, так подожди. Вот эта дверь. Ну, она с другой стороны заперта. Ну, отлично. Теперь Белиндос может прийти сюда. Другой вопрос, что он пойдет сюда, блядь, вообще без оружия. Вооруженный ножичком. И было бы, наверное, разумнее, логичнее пойти самому за ним. Он же за кадром, сука, сюда не может прибежать, осел. Ну, надеюсь, что ничего. Пиздец. Сука. Кого-то они сюда припидорасили все-таки, а? Ты посмотри. Сейчас Билли будет получать пизды, пока я иду, походу. Билли, я спешу на помощь. Ой, блядь, нахуй я это включил. Билли, я за тебя, братан, мочи его. Бей его лежачего. Блядь, да как нахуй? Управление. О, у Tomb Raider управление вообще другое. Причем этот труп похож на того спецназовца. Друга Ребекки. Все верно, все верно. Здоровье убили, я так понимаю, сейчас красное должно быть. Внимание, желтое, живой еще. Так, отдай ему тогда его ебучий дробовик. Пусть пацан хоть чем-то, блядь, сражается. Лишь бы не просрал последние два патрона валенок. Почему-то он, блин, с ножом хочет ходить. Сука, бесит то, что вот тыкать надо их, блин, этих ботов тупых каждый раз. Мордой, блядь, в то, что я хочу от них добиться. Так, давай-ка сохранимся, дружище. О, мы еще тебе похилять можем, ты прикинь. Обменять. На, чувак, тебе. Хильчанского. Потом полечится. В принципе, тебя сейчас никто пиздить, скорее всего, в ближайшее время не будет, потому что у нас нет патронов. Я смеюсь, что игра настолько беспощадна, что она именно сейчас сюда нахуй вертит кучу врагов. Я смотрю, лента ограничена, а слоты не ограничены. Или что? Или вот их 11. У меня карта памяти на плоечке была крутая, считалась 36 слотов. Или сколько там? На ней была даже кнопка, чтобы слоты переключать. Нет, нет. Я не I'll go. Я просто только что Tomb Raider записывал, и, блядь, к управлению Tomb Raider привык. Так, и там еще какая-то комнатка, в которую... Непонятно, пустят меня или нет. А, ну там цепи, которые Билли может покрутить. Пойдем покрутим. Я же отсюда пришел? Вроде да. А, он не отсюда. Блять, а... Что, я вообще нахрен перестал ориентироваться в пространстве? Значит, отсюда. Ой, а не со второго ли этажа я прибыл? Вроде она на лестнице стояла. Вот, наверное, отсюда я пришел. Да, вон они, цепочки там, походу, эти. Билли покрутит, посмотрим, что изменится, на что влияют эти цепи. Сомневаюсь, что они рыцаря мечи куда-то двигают. Потому что нахрен мне проходить через эту дверь с таким геморроем, если я могу бы оббежать по кругу. Билли ранен, но пора за работу, чувак. Давай крути мясорубку. Чего?
Цепь механизма, по-моему, смотана. Блять, тупорылый, сука, хуй. Как скипнуть это говно? Мне интересно, если бы по какой-то причине Ребекка одна попала в этот особняк, она бы прошла этот уровень вообще одна, блядь? Кто бы держал ей эти кнопочки, блядь? Цепь механизма, по-моему, смотана. Прикольно, если Билли сейчас отпустит. И Ребекка окажется в клетке. Ключ центра. Пизда рулю, блядь. Лобстер напал, нахуй. Ебучий случай. Обнимашки! Хуль ты отпустил? Сейчас клетка как ёбнется. Чё тут за хуйня про насекомых вообще? Так, Билли. Как там, блядь, ножик-то взять? Давай, рыцарь. Блять, что за управление? И рот наоборот делал. Как его ножичком ткнуло, а? Видели? О, боже. Хуй его знает, что Билли делает. Пиздец, он вообще не попадает. Получи. Получи еще, давай, ты и я. Морская пехота, ёпта. Что там, Билли урон от этого получает, что не въебаться об охуенный, нет? И долго этот Омар Королевский будет ее волохать? Как дерьмо, блядь. Не босс. Напоминает змею, блядь, из Гарри Поттера, сука, из предыдущей, из первой части. Очень похоже. Только здесь это, блядь, лобстер. И он таскает нашего спутника. А я так понимаю, что ножом долго надо его ковырять, блядь. Охуенно долго. Ну вот, у него два ножевых уже есть, четыре, смотрите. Здоровье спутницы не показано, что странно, оно не вообще уменьшается от этого идиотского босса, блядь, заскриптованного, как нахуй, я не знаю что. Странный лобстер, он ее не рвет, не жрет, ничего с ней не делает. Ну, вроде и уже нихуёво так поплохело. Ладно, давайте ебаним его, сука. О, опасно. Охуенно. С дробовика ему въебем сейчас. Сука, ты чё, блядь? Я ничего не понял, блядь, почему. Вообще по барабану. Я уже знаю места, где он остановится, поэтому, блядь, готов его ждать стоять. Сука, он теперь дальше пополз. Он меня задевает, но это вроде урона либо не наносит, либо очень мало наносит. Скорее всего, очень мало. Пиздец, один удар, он дальше поехал. Дерьмо собачье, блядь, что надо делать-то? Ну, по-любому надо убить ее. Я нихуя не понимаю, как это сделать. Вообще нихуя, нихера он не попал, блядь, своим ножом, этот осел. В догонялочки, блядь, играем, походу. Один удар, и она дальше едет. Бензина разлить и поджечь Билли тут, конечно, не может, да?
Заполненная бензином. Ну так, блядь, облей эту мандулу, которая ползает, блядь, и подожги ее нахуй, пусть она сгорится и сдохнет. Чего и следовало ожидать, блядь, от этого тупого уровня. Телка сдохла. Да, боеприпасов надо просто до пизды на это ебаное существо. С ножом этот вопрос, походу, хуй уладишь. Значит, мы идем не сюда. Хорошо, что я перед этим говном умудрился засейвиться. Да. Очень странно вообще, как в этой части, блядь, без патронов нарываешься на босса. Нож вообще ничего не значит. Ладно, тогда куда? Тогда давай вон туда, мы там еще не были, кстати. Вот здесь. Может, тут у них, блядь, склад боеприпасов какой-то охеренный, спрятанных. А может, и нихуя. Не кажется ли, вот предыдущая часть была более хоррорная, чем эта? Так, вот эта дверь открыта, кстати. Следующая нихуя не открыта. Пойдем глянем. Что там есть? По-любому загадка, нет? О, это мужской сортир. Здесь вообще не мужики. Окно открыто, значит, будут птицы, походу. Писсуар ужасно грязный, будто его не чистили годами. Его чистили струями, блядь. Желтой уринотерапевтической жидкости, я уверен. Билли, смотри, опять твоя тема. Так, а если я Билли полечу одной травкой, что будет? У него как раз все пожелтеть должно будет. Блять, ебанутое управление. Интересно, когда я найду то, для чего нужен бензин вообще? Будет когда-нибудь такое? Отлично стало, все, убили. Убили. Билли убили. Давай, таскай. Мой личный раб. Что, ни из одного толчка ничего не нападет на меня, что ли? По карте тут что-нибудь значится? Пустая комната? Охуенно. Ебать, сортирный бугермен какой-то нахуй. Билли, долбоеб ебаный, хватай ножик. Отходим. Билли, давай, братан, я за тебя поболею. Хуепутала криворукая, что ж ты, блядь, его не режешь? Вот как надо, блядь, пиздить таких чертей, блядь. Что вообще за тентакля, блядь, ожившая? Я просто в ахуе. Так, пошли отсюда, нахуй, пизду. Его не одолеть, походу, в честном поединке. Патронов у нас нет, ничего нет, блядь. Там трилобит ебаный, тут вот это говно. Вот мы, нахуй, держимся за нашу печень. Охуев от такого количества врагов, стрелять нам нечем. Дверь закрыта. Изображение часов. Понятно. Это вот там часы, из которых нету, блядь, минутной стрелки. Ты какого хуя ты тут делаешь-то? Билли, дай ему пизды. Ты же мужествен. Нен. Ты же мужик, ебашь его. Получи, блядь, по горбам. Билли уже били в опасности.
очень кассовый мудак. Рукопашных ударов тут вообще нет в этой части. Я смотрю, он еще удары перехватывает, просто полный пиздец. Блять, да схвати ты тёлку, ёб твою мать. Хоть пиздюлей надаете. Дура, блять, ебаная, ну иди ты танкуй. Хуй нож-то у меня, это все равно бесполезно. Ебанутое говно, ну и бой, блядь. Симонов с Михалычем, блядь, дрались интереснее. Да, я ебал. Классно вообще. Мне кажется, я оказался в какой-то патовой ситуации, с которой у меня вообще нету выхода. Но, в принципе, можно сюда не идти, в эти ебаные туалеты, потому что кроме канистры тут вообще нихуя нет. А она мне нахер не нужна. То есть я пришел сюда чисто пизды от этого, блядь, тентаклеподобного уебища из шестой части резьбы получить. Нахуй оно мне надо. Хорошо, туда не идем, сюда не идем, понятно. Да, просто, блядь, обилие местной флоры и фауны начинает меня, блядь, подбешивать уже. Так. Там дверь закрыта, там делать нехуй. Там дверь закрыта, а наверху какие-то две пиздюльки. Пойдем наверх по лесенке. Кажется, что какую-то дверь я тут все-таки провафлил. Что-то тут можно куда-то пойти еще. Где меня не выебут моментально. Это не здесь. Аудиозапись тоже куда-то надо эту, бля, пристроить, что ее таскаю. Понятно, какой хрен вообще мне нужна. Тут, кстати, что, если до упора пройти и смотреть, еще дверь. В общем, закрыто. Ну и кажется, дождь прекратился. Можно домой пойти, да? Билли. 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 Ты мешаешься. Ты уебок конченый, Билли. Дверь закрыта, но нигде не видно замочек скважины. Изображение часов. Ты еще часов, что ли? Ёб твою мать. Тут немного от одних часов, от одних единственных зависит-то. Так, а здесь что у нас по карте? Можно туда пройти. Пойдем, били пиздюлей получим. Еще от какого-нибудь говна выхватим. Блять, как насчет отъебанных тарак? Я аж, сука, испугался, блядь. О, двое даже. Ебать, били, смотри, нахуй, гранатомет. Ебашь их нахуй за гранатомет. Били, блядь, ты долбоеб. Почему я не могу это экипировать? У дуры есть еще одна пуля. Охуенно. Отвлекай их, били. Сейчас я им въебу, блядь. Че там 6 патронов? У тебя еще есть чем выстрелить, а ты ходишь, блядь. Били там патроны. Для дробовика, блядь. Нахуй картина, долбоеб, блядь. Бэка, держись. Сейчас били ему ебанет. С дробовика, блядь. Переебет ему сейчас. Ну чё, ублюдок. Фу, блядь. Отличная комната. Коробки какие-то, хуёбки. На диванчике просто лежал дробовик. О, смотрите, опять часы. Был дикий ужас в ее глазах, часы изменили, она старела, пока не превратилась в прах. Понятно, ничего, короче, такого особо супер примечательного нет, да? Опасно, блядь, пиздец, мы зашли к тараканам и получили пиздюлей просто. Просто супер. Еще придется, блядь, гранатометом упаковаться, что ли.
А вот и белая статуэточка. Так, а если я в эту дверь постучусь? Наверняка сейчас какое-нибудь изображение. Дверь украшена узором воды. Охуенно. Поссать на нее, наверное, надо. Как в пятом элементе. Вода текет. Ну что, труд лобстера, что ли, отпиздехать пойти из гранатомета? Надбили все пушки скинуть. Ну, потому что сражаться с этим... Сражаться с бугименом из унитаза смысла я вообще не вижу. За что его пиздить? За три канистры бензина, которые вообще непонятно нахера я таскаю? Там хоть ключ какой-то лежит, там хоть важность, может, какая-то. Так, ну что? Надо положить сюда вот это говно. Не на эту кнопку это делается, естественно. И что дальше? Положи туда еще 3 грамма какого-нибудь говна. Убрать статуэтку. Мне кажется, что что-то у этой статуэтки не хватает, блядь, крыла. Крыла, например. То есть надо крыло пойти найти, да? Пиздец, а пальцем не надавить, чтобы они выровнялись, короче, наебать систему и пройти в эти двери, которые там от говно откроют, не? У меня как бы есть такой план, я не знаю, насколько он действенный. Так, давай-ка еще немножко на наш инвентарь посмотрим, ебаный в рот. Так, Билли, выкинь-то вот это говно, наконец, оно уже, блядь, бесит. Я что, не могу передать вот этот? Заебал-то, блядь, это переключение. Как на геймпаде играть-то геморройно. Обменять. Вот, на тебе, Билли. Ты сейчас будешь ее защищать ценой своей жизни просто, блядь, в безумных боях. Сейчас будет такое месиво, мы этому крабу, блядь, покажем нахер тандем. Мне кажется, что там вот это говно очень нужное лежит, потому что больше мне идти некуда, кроме как на бой с этим лобстером. Ну ёб твою мать! Сука твою мать, ты будешь подбирать-то это говно? В хозяйстве пригодится. Давай сейванемся, хотя мне кажется, что ту комнату с тараканами можно было пройти и поудачней. Я что-то там затупил, я не сразу увидел патрон для дробовика, поэтому... Мы оба слегка опиздюлились там. Ну что, думаю, что, блядь, скилл-то бывалого игрока не даст пропасть. Найду патроны, найду хилки. Жалко, что мы не лечимся одновременно этими аптечками. Ну что, пойдем лобстера завалим. Кстати, а это куда дверь-то ведет? А, это туда и ведет. А, нет, это не туда ведет, нам наверх надо. Может, Ребекке надо нож передать, чтобы она хоть ножом отбивалась? Мне кажется, после того, как я уравняю эти чаши весов, опустится, блядь, эта ебучая картина, и там будет ход какой-нибудь, как в первой части. Что там было? Гроб в цепях, да? И магнум лежал. Я бы от магнума в этой части не отказался, конечно. Ну чё, из ружья его ушатывать или гранатометом ему пиздануть пару раз? Сука, гандону этому, блядь. Уж сколько на такую дуру пива надо, ёпта. Вот когда она только выползала, надо было бросить ручку, чтобы её шипами этими угандошило. Может быть... Убивается оно методом какого-нибудь решения загадки, я не знаю, может надо просто цепи двигать, а не стрелять в нее. В Resident Evil ранних никогда не угадаешь, как кого убивать. Сейчас я что-нибудь покручу. Не, нихуя не покручу.
Чё, тварь ебаная, отпусти её нахрен. Я тебе приказываю именем, блядь, человека, царя зверей. В пузо буду стрелять, боюсь тёлку зацепить. Ещё и на жопе у него главное клешни, это вообще непонятно, что за существо, блядь. Висок куда-то и залупнуть умудрился вообще четко. А она еще пытается меня задними своими атаковать. Посмотри, говно какое, а? Ползаем, ползаем, ползаем. Обоссаться, такие маршруты у нее, блядь. О-о. Ну все, пиздец, тяжелая артиллерия к бою. Выпустила, снова подхватила. Мне леща мимоходом дала, я обалдею просто. Блять. Че били-то, били? Убили, патроны, блять, кончаются. Еще три раза в нее пукну, блять, и все, и хана. Нет бы она ее утащила куда-нибудь в берлогу свою, хули она по кругу-то с ней. И это был последний выстрел. Как ни печально. Сука, прискорбный уровень, блять, вообще. Нихуя не понимаю, как эту псикарашку отпиздехать. По-хитрому. Большинство моих выстрелов все-таки были попадания. Интересно, много у нее здоровья-то осталось. Да, я ее зарезал. Тварь эту, блядь, ножом ее запорол, кортиком, как свинью, блядь, забил. Хорошая новость, она сдохла. Плохая новость, что кроме ножа одного на двоих у нас вообще ничего нет. Могу, конечно, елдой убить пару человек. Но, блядь. На нахуй еще. Давай хоть лапы отрежем, будем лапой драться, блядь, я просто не знаю, что еще делать. Ну вот у нас с тобой, блядь. Есть еще один ключик. Есть вот эта хуёвина. Патронов нет. Есть 9 канистр и пиздец, короче. Не знаю, чем будем делать. Все патроны дробовика, блядь. Все патроны гранатомета. Все, что я нашел, ушло. На бой с этой мразью. А что там у нас на ключе-то, говоришь, написано? Огонь там нарисован, да? Огонь. Оформлен в стиле огня. Так, дверки в стиле огня тут нарисованы какие-нибудь? Ближайшая, по-моему, вода, да, нарисована. Там часы, там, блядь, еще какая-то хуй залупа какая-то. Залупа Семеновна, бля. Ну тут точно часы, вода, я хорошо помню. Синие двери, это вода, нам красная нужна, вот красный это огонь, типа. А здесь есть какая-нибудь дверь закрытая? Это часы, вот там вверху, наверное, блядь, огонь. Надо просто понять и простить, понять, куда идти. Дальше, чтобы встретить не врага какого-нибудь, а каянного. А патронов, блядь, данды быть. Сука, с другой стороны, что ли? Печатные машинки здесь то в каждой комнате, то, хуй, то хрен попадутся вообще. Так, это что за дверь? Это открытая. Ага. А, понятно. Понятно. Это вот эта дверь, сука, с рыцарями сраными.
Может, это вторая дверь с рыцарями. Знаешь, сюда идти. А тут зомбак, которого Билли тогда видел. И вот та дверь в конце, я так понимаю, блядь, там огонь не нужен. Сейчас у них, блядь. Сейчас от зомбаря пиздюлей получим. Сейчас нормально все будет. Пошел нахуй, долбоеб. Главное, дверь за собой закрыть поплотнее, а то некоторые, я так понимаю, здесь могут следом ходить, некоторые не могут. Закрыто, блядь. А, просто закрыто. Охуенно. Ой, бля. Во, смотрите. Не написали, что ключ вам больше не понадобится. Дрдынь, и чё? Чё, это комнатка, что ли? Не коридор? Коридор. Заваленный каким-то говном по самое, блядь. Книги какие-то, блядь, забрали, не забрали. Давайте, бля, патроны ищите. Слышите, стрёмно вообще. Ну, вон пачка патриков лежит какая-то. Похоже на магнум. Так, ну чё, у кого место есть в инвентаре? Убили. Ухуили, ёпта. Понятно. Начинается дрочка. О. Так, значит, кидаем на пол ножик. Берем патроны. Смешиваем со стволом. Сейчас дробовичи с дробовиком. Вы нахуй глобус, ты долбоёб, что ли? Глобус. Всё, голова как глобус, блядь, пустая нахуй. Так, отлично, все. Нам есть чем завалить того урода в коридоре. Нож как бы тоже в хозяйстве пригодится. Он уже один раз спас ситуацию, поэтому я считаю, что его надо всегда иметь с собой. В этой части он не такой бесполезный, как кажется. Дневник замдиректора. 22 сентября. Как всегда, полезных людей практически нет. Интересно, по каким критериям в штаб-квартире отбирают сотрудников? Ладно, на этот раз есть двое неплохих ребят, подающих надежде. Уильям и Альберт. Альберт это Уэскер, а Уильям это, я не знаю, 25 сентября. Прагматик Ал и теоретик Уилл. Прагматик Ал. Эти двое прямая противоположность друг другу. Более того, между ними зарождается серьезная конкуренция. Если же говорить о сходствах, могу сказать, что в глубине своих глаз они скрывают самые сокровенные тайны. 7 октября внезапно мне позвонил директор. Он сказал, что необходимо сделать этих двоих яростными соперниками. Директор Маркус больше озабочен своими исследованиями и редко проявляет интерес к людям. Впервые с момента основания учебного центра он заинтересовался чем-то еще. Что ж, приказ есть приказ, я исполню его со всей тщательностью. Я заставлю этих двоих вцепиться друг другу в глотки. Интрига, ёпта. А там на стене это чего такое интересное у нас? Погоди-ка, а нахуя мне свет включать? Ага, у лося что-то, блядь, на башке, на его бестолковой. Кто бы мог подумать. Там по виду даже места нет, чтобы туда спрыгнуть. Ну, можно было подсадить эту овцу. Но нет. Так, блядь, загадки не делаются.
стол почему-то, блядь, не двигается. Нихуя не понимаю, почему. Я должен. Наверное, потому что там Ребекка тупая, блядь, стояла посреди дороги, овца. Сейчас лось как укусит. Крыло, наверное, да? Минутная стрелка, блядь. Ну чего, блядь, что будем делать? Че выкинем? Такое ощущение, что ножик, блядь. Да канистры, конечно, блядь, канистры ебаные, заебали они уже. Минутную стрелку здесь совсем рядом надо прикрепить, поэтому... Если что, можно будет типа вернуться якобы. Если она не крафтится с чем-то еще в тандем. Сейчас будет адовая перестрелка в упор, может, надо дробовик взять. Он его хоть, сука, с ног собьет. Лежать, шлюха. Все, больше... А, ну туалетный утенок только еще в монстрах остался. Остальных мы вроде всех знаем. Че, где тут эти старые часы-то, блин, были? А, они наверху вообще. Куда это говно, блядь, ставить надо, чтобы оно прекратило болтаться у меня порожняком здесь? Часы там, ой, да, часики там наверху чуть-чуть. Куда вот этот лифт ввел, но лифт заклинил. Значит, опять надо идти через то место, где эта сикарашка ползала, получается. Ну, я думаю, что это будет уже в следующей серии, потому что сейчас уже лимит времени закончен. Сорок минут унылости. Ежедневная рубрика. Подходит к концу. Блять. Давай печатная машинка, херач. Главное запомнить, где я выложил канистру, где я чего просрал, потому что, ну, рано или поздно, я так понимаю, здесь все это понадобится, но проблемы маленького инвентаря в Resident Evil в ранних никто не отменил с ремастерингами, что жаль, конечно. Ладно, короче, на этом конец. Пишите, жмите.